Сегодня я сдал свой последний экзамен по истории. Этот экзамен мне нужен для того, чтобы поступить на правовое обеспечение национальной безопасности в город Киров. Экзамен был более-менее простой, и сдать его сможет каждый, кто готовится к нему. Сегодня я сдала свой последний экзамен по истории. Он мне необходим для поступления в Академию Генеральной прокуратуры. Я считаю, что ЕГЭ – это удобная форма экзамена, поскольку она объединяет в себе две формы – это выпускной экзамен и вступительный. Сдавать экзамены нетрудно, так как я начала подготовку уже с 10 класса. В аудиториях установлены камеры. Многие говорят, что они отвлекают, но меня нисколько не отвлекали, потому что я была полностью в работе, и мне было комфортно. Сегодня я писала экзамен по химии. Он был для меня последним. Всего я написала 4 экзамена. Я планирую поступить в Северный государственный медицинский университет города Архангельска.